Через 3 дня выборы президента. Как вы считаете, почему нужно идти на выборы? На выборы обязательно надо ходить. Я вот человек, который выборы никогда не пропускает. Так почему? Потому что это мое право. Это мое право выбирать ту власть, которая нужна этой нашей стране. Понимаете? И с этой точки зрения, вот есть такие люди, я не пойду, да я буду бойкотировать. Но ты сходи на выборы, проголосуй против того кандидата, которого ты считаешь ненужным для страны, для города, для республики, а не бойкотируй. И, конечно же, вот в сегодняшних условиях, когда мы на самом деле находимся в внешних условиях, достаточно сложных, конечно же, страна должна показать свое единство, показать, что мы, россияне, только мы сами можем выбирать себе президента. И я думаю, что вот для развития нашей страны, конечно же, нужен сильный, мощный лидер, который уважает и внутри страны, и на международной арене человек, который поведет нашу страну к новым победам.